Гера. Конечно, уже давно, блядь. Искара будет. Звезд. Лагает пиздос. Сейчас кара, дистанцию взяли. Смотрите, куда череп двигается и отбегайте от него, блядь. Прохиливаем, ребят, подняли, Сейчас кара будет. Секунда, кара, дистанцию. Прохил, ребят. Чем дальше вы отбегаете от кары, тем больше, тем меньше урона вы лутаете. Так, хитрого не прохил. С моря тоже. Ничего страшного, бьем. Дистанцию взяли. Гимн сдал. Срывая гроз моря, подними. Мне некогда. В портал нету. Да и будет он лежит. Ну что, порталов нету? И ты упал. Пизда. О, я как раз вовремя БР. Вот у нас портал бьет хитрый и гармошка, насколько я знаю. Хитрый упал, гармошка нет. А скажи мне теперь, пожалуйста, каким я образом могу ставить череп на этот, на... Так да. Не ставь череп. Так я бью. Так страус подосисти. Ну, я сверки бью, но я жду, пока кто-то кинет череп, блядь. Какую сферу бить? Понимаешь, мне похеру, я могу, блядь, все подряд, блядь, хуярить. Понятно. Мы бальцы поднабили. Хитрый умрет, бьешь все подряд. Робот Али. Ну, хитрый, умрешь, лежи, смерть не кидай, я не понял. Так это тебе написали в чате, что ты, сука, агрессивно. Читай, блядь, чат. Сколько сейчас процентов оставили? 53. Роман, до 40, не, до 50 выходим. Да также оставляем, не надо в начале гер. Не, сейчас меньше оставили. На 10%. Мы тогда вышли, там же доты, вся эта поебистика. Еще побили, пока умирали, да. Там было 18, сейчас 16. Там было 18. На 2 ляма, ну... Все, Олег, не бей, там древо побьет. Рыбу кушайте. Олег, просто в босса играй. Рыбу кушайте. Я не пойму, что, прохила не хватает, что вы так дохнете? Люди просто... разбегаются просто. Может, там какой-то слабый ДПСер покурить хочет? Могу зайти. Кидается кара, лужа эта ебаная, красная. Чем дальше вы от нее бежали, тем меньше урона вы лутанули. Когда вам анонсят взрыв или что-нибудь подобное, или ту же самую кару, взяйте какую-нибудь, блядь, сейфобилку, там, щиточек, зеленку, еще что-нибудь, ну такую хрень. Поставьте камни, локи, съешьте их, блядь, когда у вас хп мало. Так, а окурок кидаешь под жасту, коноплянка по себасту, по-моему, должно откатиться. Какой магии вот эта вот лужа херачит? Темная. Красная огнем, вторая темная. А, ну все, заебись. Ну, локов как бы сейф есть от темной магии. А кто-то у всех и сапрот кидает приз, поэтому я хрен знает, как тут дохнуть. Дистанцию возьмите, рассоситесь. Касочку кинули, что ли? Пристабав. Так есть же. Есть. Нету. На мне нет пристабав. У меня есть. Долго кто-то бежит. И у меня нет бафа от мага. Давайте, пульт, все готовы. Ну, значит, с пула сдадим, раз все хорошо. Все хорошо. Давайте, Гер.
звезды появились. Кара. Кара, дистанцию. От черепа отойдите. Мирики, смотрите, может к вам пойти. Парахил Рэй. Подняли. Шаман может стать вставать. Поднимите шамана. Если вас долго не хилят, вы ушли от хилов, значит. Кара. У меня что-то не хилит никто. Я вот у меня-то не врубил. Час забирай. Прохиливаем. Поднимаем рай. За черепом следим. Бьем, хилим. Какой забегать? Звездочка. Страны звездочку. Подбегайте в звезду все. Забежали все. Забежали. Как только вы выйдете, будет кара. Смотрите под ноги себе. Врача гимн на ХП. Я заебал. Сколько процентов? 54. Блять, хуёво играем. Хитрый также играть издря. Не надо здесь понимать. Блять. Дистанцию. Армен, как упал? Ну это, блядь, у меня было, блядь, 3000 хп, когда я взлетел. А нахуй ты взлетел? А нахуй у меня 3000 хп, ты лучше скажи. Ну ты взлетел, вот тебе 3000 хп. Нет, я взлетел, Армен, у меня 3000 хп. Тут по рейду идет, а у меня дамаг. Бурстовый причем, не постоянный, а бурстовый. Ты взлетаешь, тебе пизда. Это дополнительный дамаг. Ложитесь, тут хилы все дохлые. У нас хилы дохнут по КД, вот что я скажу. Спекайся в ДЦ, похуй на твоего ШП. Да, серьезно, у нас типа ДПС есть, хила нет. Так чтоб хилы не дохли, надо созвездие забирать кому-то. Так там ходят, забирают. Они только садятся, я сразу даю на себя, ну, то есть три созвездия на мне. Но фишка в том, что они не таунтятся, то есть с них сразу же слетает агро. Ладно, спекнусь, не проблема. Ну ДКшник какой-нибудь есть, который может помочь. Тогда, 2 ДК в рейде, 2 танка. Мы их таунтим на себя. Но они сразу же с нас слетают. У нас-то таунты не бесконечные. Лужа на них не работает. То есть, ну, мы тычку поймали от них. Все, дальше они на рейде. На сферы, да, здесь контроль. Можете их фирять, если уж на то пошло. Станы их скидывать, да. Вот эту всю фигню делайте. Вихрь можете кинуть. Еще таунты не только у ДК. Конечно, есть паладины, которые могут просто отбежать, таунт прожать, завести за лужу, укрывать те, которые умеют. Да нормально, если с 2 ДЦ будет изи. Это понятное дело. Можно на ХП что-нибудь одеть хилам? Тут грех вообще падать. Надо было сразу Бриадену в хил тогда и поспекать. Охуя, ебаный в рот. Не, сейчас просто весь щит будет... Ой, весь рейд будет в щитах. Один ДЦ с одной стороны, другой с другой, и все. Я в центре всегда стою. А, ну... Ну, просто там кто-то падает сзади, кто-то спереди. Давай, меня не прохилили опять-таки вот сейчас в конце. Ну я видел, много не был прохила по рейду. У меня вообще эти, бля, демоны отпиздили, бля, в портале нахуй. Чтобы демоны в портале не пиздили, да, Масфир, и ты не просто в лужу забегаешь и стоишь в ней, ты ее насквозь пробегаешь, понимаешь? Масфир делает, да? Делает. Когда забежал в портал, можешь кидать в них стан, Масфир. Духи отпиздили. Представьте, духи отпиздили. Это вообще личная неприязнь. Дедушку. Сейчас, секунду. Я в шоке. Что там, послакать никто не хочет? Сейчас еще разочек там поиграем, посмотрим. 100% Алёна. А то смотрите, там 10к ДПС шипы. Да это понятно, шипы всегда хорошо. Ой, блядь, ладно. Сейчас посмотрим.
Катька, хочется уже побить просто магику. А вообще, ебать, если честно, да, нахуй мне так. Чтобы так вот не страдать на этом боссе, тактику, блядь, на него прочитайте, блядь. Или посмотреть, как убивает. Ну. Не говори. Чё там, Рэм, тебе не хватает? Каску попал он. Как говорил Коля, блядь, этот рейд не актуален, блядь, ребят. Чисто за ачивы. Чё не актуален, нормальный рейд, блядь. Шмот говно, но. Да похуй на трансмог, блядь, забить. Так, все, давайте, все готовы. Дистанция. Хитрый на мотоцикле ездит. Хитрый же друг, блядь, этих админов, он где хочет ездить. На чем хочешь ездит. Да, на чем хочет, где хочет, блядь. Гера, только не может сказать, что, блядь, нормальный облик кота сделал. Хитрый, который узнает от нас, что он друг админов. Да я знаю все его, блядь, приколы. Да и так все знают, конечно. Он, блядь, с ними в десна лупит. Кара. Череп, смотрите где. Мне не нравится этот босс. Все в скара будет, блядь. Уводи босса. А не, не уводи. Стой. Держи. Один на мотоцикле, сука, ездит. Я ору, кара. Кара. Сейчас взрыв будет. Рейд на фул поднимите. Сейчас заберу. Перестака. Забрал. Мили. Сейчас будет взрыв. Нет, не будет. Наебал. Печеньку сбегай здесь потихоньку. Печеньку не закрывай. Только ну не прям туда сейчас там лужа будет. Отойдите от черепа. Все, вот теперь подбегите к луже все. Рейд на фул. Армен, не в лужу, а к луже. Забежали. Насквозь пробегите ее, насквозь. Не стойте на месте, пробегите насквозь. Подняли рейд. С красной войд-зоной друид умрет. Мелина, можешь встать, вставай. Барань кого? Мелин. Печенька сейчас взорвется. Печенька лох и пешная звезда Страус. Сакру, дайте, сейчас будет кара, взрыв. Ебать. Кара небесная, сука. Четыре стака сейчас будет. Четыре мили звезда. Забирай. Себаст. А когда он... Кара. 100% он переводится? Тише. Взрыв, камни есть. Гимн сдайте, кто может. Еще сейчас будет взрыв. Таргет мой хитрый. Найди, сейчас будет взрыв. Прохиливайте. Суровый удар забегайте в любую лужу, когда он будет. И когда вам скажу, кара. Забежали в любую лужу, которая больше вам нравится, похуй. Все, выходите, просто босса бейте. Босса. Пол урон босса. Давайте, 10 лямов, я бы даже в соло убил бы его. Взрыв, прохиливайтесь, сливы сдавайте свои. Кара. Сейчас будет кара, взрыв. Баба. Еще сейчас будет взрыв, мили, уводи босса. Милики, уйдите быстрее. Я уже поел, блядь. О, ебать, мой хуй. Очень много взрывов. ГВП, ну. Ну, хоть перевели. Или сколько процентов? Да, перевели. Надо, Дэн, до конца по сферам играть. Вообще, ты Страус, не свичи себя в босса. Не надо. Просто, ну, мы вышли второй раз, там, 3 лоу-хпшных звезды, вот, взрыв. Не, ну ничего страшного, молодцы, лучше.
Ой, блядь, сука. Что это нормально? Да, блядь, я ебал этого босса. Сбежались к лужи. Кот в лужу прям. Блядь, я прокатил этих пидорасов, когда вы зашли. А я, короче, прикинь, взлетел на этой ебучей каре, падаю, думаю, въебу-ка я тучку, въебал тучку и живу. Так ты ж ДЦ. Какая разница? Нет, тучку я имею в виду, левитацию. Гений. Нихуя себе. Я думал, мы его ёбнем. Вова, рано, блядь, рано радовался. Да я, блядь, рано думал, блядь. 6 лямов, пиздец, это ж хуйня. Каждый по криту дал, нахуй. Вот и он дал по криту, блядь. Я там прям пиздец, наверное, штук 4 взорвалось. Получается, 2 переходки, да, у нас? С второй переходки уже добиваем. Не, ну нормально. Получается, что не получилось. Рыбку кушайте сразу. Прохила мало. Вова, блядь, не бегай там, где не надо. И прохила не надо. Не бегай, ебать. Тем более, значит, бегай. Ну, в смысле, блядь, там, где не надо, блядь. Ты понял, блядь. Короче. Делай как Армен, блядь. Нормально. Да. Сделай стендап, Вова. Я, блядь, все четко делаю, ебать, ебать. Я вообще в ахуе был, что тут происходило. Половина в ебенях где-то бегает. 100%, братья, красиво. Армен 16 место. Вместе с Прочкой. Смотрю на вас. Блядь, по... они пашут. Вспоминаю, как по я УСВ? Пришел, блядь. По УСВ я пятый, поэтому мне пох. Какой УСВ? Несен урон, блядь, 16. Прочка, а ты там что забыл? Вроде поддержать мы набрали. А, точно, ты ж не изменяешь традициям своим. Нелони? Так, Мефистофель по Джасту, Нелони по Себасту. Себасту. Подожди, что за хуйня, ребятки? Шо? А, все нормально, поехали. Хотел погоди, кольцо? Нелони? Я думал, кольцо не то одето. Сейчас лок Нелони, алло. Свиста же не обязательно на грифона садиться, чтобы взлететь и упасть, и сдохнуть после этого. Да, Врочка? Все готовы. А скимны все есть? Нету, но будут. К второй фазе. Если вдруг не пойдет сегодня по плану, просто масс-рез дадим. Транквилы есть. Врочка есть у тебя, что? На ХП есть, Врочка? На ХП, на здоровье есть Агим? Там уже пишут, что Кирогас идет в атаку, ребят. Велет, у тебя есть Гим? У меня есть, давай я зайду на пристав, блядь, дам, блядь. Ладно, давайте пульс. Один Гим есть, я на откате. На откате. Давайте Гим. Блядь, дай хоть прожрать что-то, Герас. Не успел даже, блядь. Ну, сколько у меня крита сейчас? Сколько, блядь, у меня крита? 90, я ебал. Стоит на боссе, блядь. Сколько у меня крита? Звезды. Дистанцию держим. Аккуратненько. Войд, войд зона. Разбежались, разбежались. Блядь, кот затал его хуярит. Но я могу притянуться за спину. Взрыв, вон. Взрыв, взрыв. Следующая возле миликов. Там же возле миликов. Кара. Блядь, босс куда-то идет. Сейчас взрыв будет в печеньке, печеньку не закрывай, сбегаться будете к печеньке, кара. К печеньке потихоньку двигайтесь.
Я уже подвигался один раз. Забежали. Забежали все. Пробегите ее насквозь, не стойте на месте. Взрыв в мире будет, Страус. Босса уможу, кара. Тут кто-то танец поставил. Сакру, кара, взрыв. Кара, мили. Все, взрыв будет, рейд, поднимите на фул. Вилит, дай на хп, сейчас будет еще в мили взрыв, наверное. Нет, я наебал, меня сиба. Себаст, меняй. На ману, давайте гимн. Дал. Сыграйте в череп. Забежали в портал. В любую лужу. Я полетел. Сейчас будет взрыв, друиды, транквилы, дайте. Да, все на фул хп. Взрыв. Ебать, куда я зашел, сука? Ебать. Сука, в портал нечаянно зашел обратно. Вот, алло. Ну да, у меня тоже самое было. Я вышла и сразу в портале оказалась. 7 лямов. Рэм хиль как не. Мана нет, тут залейте кто-нибудь рема. Гимн врочен. Все, тупо в босса играть. Мобов заберите там. От кара разбежать. Сейчас. Бомжи, не да. Мелинда хил. Поднимите Велета или из моря любого. Ну, лучше меня подняли, я бы кого-то поднял. Хиль тебе. Забегать будете в любую лужу. 4 ляма, хлопчик. Танки мобов. Один танк живой. 3 ляма. Да. 3 ляма, бейте. 4 стака, у вас время нет. Заходите, в любую. В ложу забежали. У нас стаки сейчас слетят, по идее. Нет, наебал, почему? Джаст умер. Точку. А нет, 2 ляма вспомнили. Сука. На 2, до 2, по-моему, лям вы донести. Ну это вообще. Вы бронзины играете в созвездие, ну серьезно, потому там что. Там сдохли все. Нет, еще до этого. Одна лужа только была. Одна. Как мне закрыть? На мне все созвездия, типа, мне что делать? Одна лужа, ее закрываем и никуда не зайдем. Почти ёбнули, но сейчас. Сейчас ёбнем. 200. Нет, там много древа, но хпшных опять такие. Они взрываются. Уже, блядь. Я знаю, что они выходят быстрее. Нет, интересно, понял. Да он не лони хочет вам еще помочь, спрашивает. С искрами надо, нет? Да зачем, Олег? Ты и на маге нормально бьешь. Ну вот, Нелони, давай вместе с ребятами, с Хитром и с Древой. Коль тема такая пошла. Хитро есть или что скажем? Блять, 18 минут фласки, я охуею. Кушайте.
Его надо до 2 лямов довести, он типа умирает, как лечит. Ну сколько сейчас процентов у него осталось? 7,9. Ну до 5%, по-моему, доносишь и все. У него осталось 2 ляма 176 тысяч. Да у него 6% вроде осталось. 6,3. До 2% надо. А, до 2. Немножко не дотянул. До 1 давайте. На ласт-фазе просто бомжей, если что, сдавайте. СС, спасибо, что так же дать. Так же кидайте. Ну, бомжи босса не там. В прошлый трай не было СС, поэтому не встал, да. А не скидывать СС, когда ты в портал заходишь. Бать, мне уже активно. Не, а раньше, если помнишь, ну, типа, скидывали. После взрыва стак скидывались. Нет. Не скидывали. А, только у того, кто в это заходил. В портал. Денчика, зачем второму танку заходить в портал, если его все равно не убьет? Урон идет по двум целям сразу. А это по одному. Огурцы, блядь, ебаные. Жалейте хило, блядь. Блядь, деревьям сделали облика у кота. Блядь, опять своим деревом коту. Хули, у него синие листья, а у меня, блядь, кот как нахуй 2 года назад. Дистанцию возьмите, синие листья. Не, ну сейчас должны ебать. Подождите, ребята. Дудку. О. Кот, здоровье спи. Что не хватает? Все готовы, да. Да, кот здоровый спине, блядь. Каску по магам дайте. Давай, Гир. Рамс. Посмотри, как они лихо заливают, кара. Нет. И взрыв сейчас будет. Во, ваша хуйня. За хуйня была. Взрыв. Вот череп, отойди, а не думал. В миле. Проклимали. Кара. Заебал ты меня. Сука, умираю, блядь. Куда забегать? Любую, трусы. Трусы. Забежали. Верно, я слепой. Выйдите, будет кара сразу. Дай бар кому-то. С моря поднимите. А уже и на танк упал. Ложимся. Вот смотрите, ребят, я, конечно, скажу, потому что я 20 лет эту всю хуйню играю, все это прошел много раз. Вот вы гонитесь за ДПСом, но забываете про то, что у вас хилы умирают от живых созвездий. Назначьте дополнительного человека, который не будет ДПСить, там не даст эти 6-7к своих ДПСа, и будет бегать вместе с ДКшником, помогать эти живые созвездия заводить. Быстрее заведете, хилы у вас никогда не упадут. Хилов нужно дефать, каплями, блядь, нажимать 50 на 50, блядь, одеть шмотки на ХП, блядь, выпить банку, блядь. Она лучше, чем сопрот здесь, лукашная обычная. И вы тогда, у вас хилы не упадут. А у вас падает 2 хила, потом падают пару ДД, потом падают 3 хил. И вы будете падать так по КД, блядь. Просто человека снимите с ДПСа, и у вас не упадут хилы, и вы убьете его сразу, блядь. Вот послушайте, блядь. Потому что, ну, сколько раз я сюда хожу, одни и те же ошибки. Не гонитесь за ебучим ДПСом, блядь. Да и дело-то никто и не гонится. Древо, спекнись в мишку.
То мы потеряем сову и, может, вестник просто у нас есть побегает. У нас есть сова. Дело не дело, а контент уже давно занерфен. Вот эти шмотки, что раньше были на ХП, уже не актуальны. Все актуально. Все здесь актуально. Каждая 1000 ХП актуально. Ну вот смотри, я вот не мру, допустим, от сфер. Никогда не умирал. Ты кем играешь? ДЦшником? ДЦ. Ну, а мрут кто? Хэпал и Иршам, да, по-моему? Те, у кого больше ХПС, на тех они... Мрет тоже, ДЦ. Причем они мгновенно все три в одну цель свечаются, эти петушни, блядь, летающие. Им и сало дается. Им так, а в чем проблема? Хилам заводить, как бы, на портал. Блин. А хилить как бы? А хилить, что они хилят. Ну, я понимаю, но... Ты хилом играл? Если... Играл. Ну, ты, блядь, спекайся заводи, чё. Я локом сейчас буду, что ли, это, хилить? Да всё, тихо. Редрик, у тебя есть какой-нибудь успех? Самое простое решение, блядь. На помощь людей просто созвездие заводить, и вы сразу убьете, блядь. Прям сразу. Боже, есть попал. Спекнись, протика. Побегаешь, поводишь сферу. Просто за лужи их заводишь, сам не забегаешь. Починитесь, рыбу поешь. Да пофиг, древ, это лишняя сахара. Без ретрика посидите. Коли не можете просто выбежать из лужи, допустим. Я смотрю, как некоторые прям взлетают, блядь. Это тоже ведь ваши. Ну то, что взлетают, это лечится ГП, блядь. Потому что по-другому я хуй знаю, как это лечится. Ну вот, я говорю, что тут сказать. Большинство просто летают. Еще что-то делают. Раньше в портал заходят. Ну кого там, блядь, капает, ну? Я водичку себе наливаю, чё? А чё? Кулак дайте, блядь, можно дать и ХП нахуй, кто не может дать кулак. Все те же люди раскидывают, ты нормально попроси. Ты уже заебался просить. Тензо в письменном виде только принимаю. Чего три ходки? Три ходки. Тебя ждем. А, все, ну все готовы, давайте. Давай, Джоси, занимайся. Звезды. Кара. Разбежались. Милики, меньше клива. Уводи еще босса. Чуть-чуть. Все, все. Сейчас кара будет. Мили, к вам идет череп. Нет, все, не идет. Созвездие. Мили, босса уводи. Мили. Пена, босса отвели в лужу, блядь. Забежали в печеньку. Не добежали. Сука. Ложимся. Ну и что сложно было добежать? Да. Не покидайте тела. Не покидайте тела. По-моему, не знаю, гриппаются они или нет. Да.
Так дело-то в чем? Почему не добежали, ребят? Забили хуй. И все. Там каст 8 одну... секунд. Ну, вы в одну точку, что ли, смотрите все? Ну, босса завели в дыру, это вообще другой вопрос. Вы-то зачем другие побежали в эту дыру, если босса завели? Ну, как мы могли босса в дыру завести? Почему мы туда не попали? Туда милики забежали, блядь, это видно было. А зачем милики туда забежали? Блядь, Денчик, потому что ты бьешь босса, нахуй. И чё, ты не видишь, что там лужи? Ну, я не видел. Как танк не зашел в эту лужу, если он ведет этого босса в эту лужу? Не знаю, я видел 4 милика, которые, блядь, бегали нахуй вместе со мной, блядь, катили. Меня кто-то перентаутил, Алгалона. Это паладин, наверное, на стаунт нажал. Древо, потому что спят они. Вот умерли 3, они сейчас не добежали. Если вы, ребят, не добегаете, особенно касаясь паладина, у вас есть бабл. Нажимаете бабл и кладете. Нет, бабл как раз нельзя жать. Ты сразу умрешь. Даже если ты в портале нажмешь бабл, тебя убьет. Не знаю, вот это я не знаю. Я вот так сегодня умер. Тогда тем более, я не знаю. Смотрите, куда люди бегут. Будьте включить стандартный инстинкт. Поставьте рыбу. У вас ДБМ, в конце концов, Мелинда должен быть. Ты вот если вы, ребят, в другой стране и видите, что около вас нет этой лужи, вы рассчитываете свои силы, вы успеете добежать? Или вы такие, ой, блядь, я далеко был. А хуль ты там делал, скажи мне? Сапоги и скороходы, блядь, в помощь. Хули так варов дохуя, блядь. На тебя пришли посмотреть. Чё, убьём? Наверное. Да чё тут... Не дохните, конечно, да и все. Мне дальше помогай со звездием мочить. Да. Да хрен его знает, по-моему, хуже стало. Просто сказал. Да, я начал дамажить, и просто рейд начал проседать быстрее. Намного. Не надо, бей лучше, босс. Хорошо. Фласк опять. Кто занимался, минут. Тот занимается. Вы 5 минут не живете, давайте. Два трая еще успеем, ё. Милики, меньше клива сейчас, кара. Уводи босса. Прям в миле идет череп. Уводи босса. Добивайте спокойненько, милики отойдут. Взрыв. Прохил рейд. Милики, тоже башкой вертите, смотрите, где череп. Взрыв. И кара будет через секунду. Прохил рейд. Стопайте по звезде, не сбивайте ее, мили. Взрывайте. Он поздал мне. Ну, просто минус хпал. Поднимите хлепал. Поднял. Следующий рядом с миличниками. Сбегаться будете к печеньке. Взрываю. Ну, вы не видите? Ага, все. Бревно не видит, где череп. Сбегайтесь потихоньку к печеньке. Заевайдется. Танк упал, ложимся. А танк как упал? Я на каре взлетел. За рейдом все смотрел.
А кто у нас там лоу ДПС-то сидит? Чекните. Я могу поменять. Ханта, Лёбушка. А Мрут у нас кто чаще всего из них? Я. А Лёбушка чаще всего. Есть же тут в рекаунте смерти. Чаще. Ну да, Лёбушка больше сдох на один раз. Там 9 и 10 смертей. Так и сейчас некоторые зачем. Давай, Лёбушка, на замену. Заходи, Вадь. Бурыбай, ты там как? А Лёбушка кто был? Хант. А, он ворген был, пизда. Войд, заходишь? Да, в гильдию присунул. Угу. Поставьте шкаф сразу. Бурыба здесь, нет? Нету, да, Бурыба? Может, отошел? Может. Если все сети, значит, просто можешь покурить, пошел. Поставьте шкаф. Рыбку шкаф. Ничего страшного. Учитесь. Вот вам проходка. Убьете алгалон и пойдете в ОВК. Хуй. Давай, блядь, фласкину. Как раз заодно научишься отбегать. Ты где, Денч? Да, рядышком здесь стою. Да, блядь, где? Рыбка где-то есть? Не знаю, хитрый ты ставил. Так, вторая фласка пошла. Ну, второй час пошел как раз. Кушать. Блять, кто, сука, не добил там 150 тысяч? Да, Ворген, это топчик, конечно. Маги, дайте столик, пожалуйста. Столик, столик. Маги, маги, дайте стол уже. Два мага в рейде. Холод, ты маг, нет? Понятно. Он в душе воин. Кот. Дистанцию возьмите, пожалуйста. Давайте, рассосите. Дудка. Дудку в бою крикнул тебе, дудка. Да, блядь, я не могу тебе без боя крикнуть. Огурцы, блядь, забыл. Так, все готовы, давайте. Подождите. Ну, танки. Огурцы, блядь. Ты ж, блядь, с лока не можешь поставить огурцы. Гера. Блядь, стоят рядом со мной два тела и не могут прожать огурцы. Я херею. Бедно, она с салатом. Я подошел своей жирной сырвиной туши и тебе тыкнул. Да, это я видела, я запомнила тебя. Хоть кто-то тыкнул, да? Сискара будет. На больное давишь. Тихо, тихо. Разбежались, дистанция. Да тут Армен, видишь, блядь, ни у них за дня не прожил. За черепом следите. Взрыв сейчас будет. Взрыв нужно прохилить сразу, потому что следом кара. Прохиливайте. В миле. В миле, не та метка. Кара. Милики, осторожно. Милики, видите череп?
Джаз, забирай. Я вижу. Слежу. Олежа, череп рядышком. Кара, Кара. Бежать будете в квадрат. Квадрат не закрывайте. Сбегайтесь к нему потихоньку, кто не успевает. Кто далеко, бегите к квадрату. Забежали все. Блять, опять не успеваю. Быстрее. Успела. 5 хилы, блять. 3 ходки, подними. Кара. В миле. Вилет, подними три ход. Ой, срывай игру, подними три ход. Вестник, подними древо. Когда? Пал забрал. Не бегите за боссом, там лужи, осторожно. Бля, я с морю поднял, я ебал. Кара. Сакру. Врачи, забирай. Кара, мили. Ага, трусы закроются. Разбейте еще одну звезду. К печеньке сбегайтесь, к печеньке. Бегите, ведите босса уже туда. Быстрей. Кара. Пизда просто. 5 хилов лежит. Угу. Бейте. Дэн, ты один хилишь. Ну без слов это не проходится, блядь. Да понятное дело. Вот опять, я на ДЦ умер. Ой, живой, блядь, опять. 5 хилов. ДЦшник он меньше генерирует созвездие этих. Так у нас вот ДЦшник умер, опять же. Другой. Вот я опять живой. Там разница еще есть, где от кары стоишь. 3 кары, блядь. Если ты стоишь близко к ним на 10-15 метров, то... А в чем проблема отбежать? Дамаги бежать. Я анонсил, чем дальше вы отбегаете от кары, тем меньше урона вы лутаете. Ну вот, вот. Разница есть, 10 тысяч или 6 тысяч поймать. Это уже говорили, и все анонсился. Люди разбегают. А созвездие вроде тоже меньше дамага, когда ты от нее отбегаешь. Нет. Оно по всему рейду хуярит. Ну хуй знает. А взрыв идет черной дыры по всему рейду и определенное количество урона. Не, холод. Какой курнем? Тут босс на, блядь, 5 минут боя. Бурабай, ты здесь? Нету, кто да? Кто стреляет по созвездиям? Вы же следите за хп всего рейда и за карой. Если хп просело у всех, ну не разбивайте, пожалуйста. Ваши рейд-фреймы есть, видите, что хп там у кого-то, ну, половины хп нету. Если вы разбите звезду, то он 100% умрет. Так что, танкофласки не дадите хпалам? Так, у нас по хпсу кто с моря меньше дала, да? С моря умирает постоянно. С моря, прыгни на замену. О, в натуре волонирчик. Поставьте шкаф. Че, это ура, блядь. Волонирчик, что ли? Ну, Камила, если ты сейчас сдохнешь, блядь, подведёшь, нахуй. С волонирчиком. Бедная Камила, она уже устала про этот волонир слушать. Она что, купила? Ой, блядь, ещё один.
Кто купил, ну-ка. Тебе понятно. То, что купил. У кого было нет, на кого смотреть? На срывая агро. У него все спасибо. На Славе. На Славика, блин. Я Славик. Но его нет. Я Славик. Чё бы еще мы Славик? Вот. Стоит, ешь. А чё обычный? Да куда у него волонир, ебать? Топовой рыбы нет? Так а тут, погоди, доживут до второй фазы хотя бы. Можно будет стоять. Угу. Ебать, собрать волонир, чтоб его затрансможить в какую-то палку, блядь, скоро. Блин, ну мы же раньше как-то с обычной рыбой убивали, правда, ладно. Да. Гармошка ты где, тебя уже присумонили? В полете, блядь. Я в моменте. Да, в моменте, блядь. Ой. Дистанцию наберите. Бля, я уже дал бы кому-то побить этого босса, если честно. Коту своему дай побить. На автопилоте? Ну уж, конечно, уж час мы здесь сидим, даже больше 70 минут. Полтора. 70 минут. Какого-то тонкого гостя. Вов, разъеби его, блядь. Блядь, я даже начинаю рейд, и у меня, блядь, не хватает 4000 хп. О чем мы, блядь? Приходки. Арбет, это карма просто. Три ходки. Лен. Он тоже в моменте, она. Что-то девушек много стало. Она писала, что Био отошла. О, на это надолго. Давай посчитаем минуты, блядь. Вот сейчас через... А вообще уже должна вернуться было 16 секунд назад. Придет, пока сядет. Не по таймеру ходит. Ну да, им подольше надо, намного хули. Все, она здесь. Масло, давайте. Все, как будто ничего не было, давайте так. Кара. Кара, точно. Блять, и друиды все сдохли, вы ёбнули. Холод не друид. Эразию, подними вестник смеха. Берегитесь. Кара. Мне этот босс не нравится, короче. О, спасибо. Вестник, подними... Ага, молодец. Мне холода поднимать или нет? Не надо никого. Окей. Можно бафы раздать там босс. Хитрого подними. Печенька вбегаемся. Да, давай, давай, да. Иди ты, где ты, сука? Вова, блядь, не добить. Кара. Берегитесь. Кара.
Так же в печеньку, да? Я сейчас закрою. Что там по лужам? В печеньку, да. Кара. В печеньку побежали. Забежали. Врача гимн на ХП. Хорошо. Кара. Прохиливайте, стопните по сферам пока. Ины, развалите 100 ежиков. Играйте просто в босса, Рики, в босса. Залил. Лох хпшной сферы только заливать. Джаз забирай. Только лох хпшной сферы. Кара. Девять процентов, давайте переведем, нет? Да. 5%. Не успеем. Кара. А портал есть? Залейте любой портал. Череп, вот видите, сейчас зальет. ДЦ на ХП с дагин. Аккуратно, не закройте его. Закрыли. Хуёво забежали. Забежите любой портал. Да ебать, по вреду лежит нахуй 20 лбов. Ложимся, давайте заново. Я делаю то, что должен. Че там, видел где-то в 10, что все типа отменяется, ульта? Ну, возможно, все по голосованию вашему. Ребята, вы поняли, да, за что голосовать? Ну она, естественно, отменится, алгалона убьете и пойдете в ВК. Проходку полутаете. Какая нахуй проходка нам? Вы не готовы. У вас будет проходка, ебать, с алгалона, отдельная, специальная такая. Нахуя? Чтоб я видел, что вы слушаете, умеете бегать. А что-то смотрю, нихуя не умеете. Блять, это хуйня нахуй. Ты вообще лечим, все блядь. Ловишь, блять, нахуй. В ВК вообще в огне сгоришь, блять. И ВК легче, чем эта хуйня, блядь. Нихуя не. Уголон в два раза легче вообще. Ну если здесь люди умирают, так в ВК будет подавно. Вообще, блядь, не знаю. На уголон. Они просто даже, ну, не могут слушать, что говорят. Как в кикбоксере, блядь. Ты, говорит, когда будешь тренироваться, ты слушай. Что слушай? Да просто слушай, блядь. Ой, блядь. Че такое, Армен? Ты ебал его рот этого Долгонога. Я бы сейчас уже убил бы. Долгонога, блядь, этого. Думал, да, прийти, да, побить. Да, хитрый. Вот так вот надо немножко перефульмурили вроде. А чего есть салга, идешь в ВК? Сука. Оставьте шкаф. Нет, а чего идешь нахуй? Все просто. Ну квакните, сука. А все-то что нужно? Выбежать, немножко задефаться, свичнуться, забежать, все. Че тут сложно? Сука, обратно до квартала не успел добежать. Ноги короткие. Слишком много механики, ты чё? Охуеть тут, блядь. Просто три скилла он прижимает каждую фазу и всё. Каждый заход и выход, всё. Помогите, пожалуйста, мага, а то я не могу его в таргет взять. Ань, поставь камушки, а то ты там кричала. Да я вот же уже пытаюсь это сделать который раз. Пожалуйста, кушай-ка на здоровье. Древо и хитрый больше никто не льёт. Вы вдвоём только. Третьего убрали.
Разлетить дистанцию возьмите. Бля, еще и забрали у меня нахуй этого эльфа, блядь. О, а че у меня рыбу не засчитало, нормально. Там он со специями стоит, надо покушать. Так я сидела, кушала на самом-то деле. Но мне ее не засчитало просто. Ой, блядь. Самый простой босс, нахуй. Еще и ниндзя-пулы пошли, да? Ребят, ваше время, я не против. Че, я хуй знает, куда босс пошел, где его, блядь, спина невидимая, но... Ну, не танки пулили просто. Армер на ротацию потерял. Пока бегал, да, за боссом? Звезды вышли, череп нашли, отошли. Весь бурт по пизде, блядь. Кара, разбежались. Дистанцию посмотрели. Прохиливаем рейд. Подняли. Череп нашли, от черепа отошли. Прохиливаем рейд, прохиливаем. Хорошо. Прохил рейд. Череп нашли, отошли, сейчас взрыв будет. Гимна, приз дай. Понятно. У кого БР есть? Ага, молодцы. Джаз, забирай. Кара, кара, дистанцию взяли. Бля, вот вылетайте половину, хуй знает. Череп нашли, череп нашли. Или в квадрат, или в трусы забегаем. Трусы в трусы забежали, быстрее, быстрее. ДЦ гимн сдай. Прохил рейд. Дерево поднимите, если можете. Череп нашли, а череп отошли. Подняли рейд. Кара через 2 секунды. Дерево кара, вставай, кара, блин. Кара, кара, череп нашли, отошли от черепа. Прохили рейд, подняли. Кто-то взлетел опять, блядь. Не знаю, Дэн, я дал ему БР, он лежит. Камилус взлетел, понятно. 20 секунд БР. Хорошо, держимся, хилимся. 10 секунд БР могу дать. Приходки, вставай, поднимай стадо ежиков. 3 секунды подниму. Хорошо. Гимноману дал. Держим, держим, считаемся. Ой, дистанцию держим. Не бейте звезду, сейчас взорвется. Хорошо. Кара, кара, дистанция. Зашли в любую лужу. В лужу любой забежали. Бля, еще и лужу закрыли. Я ебал. Охуеть. Кто так, блядь, лужу закрывает, нахуй? Ложитесь. Камил, ты-то уж как взлетал. Как? На опыте. Я, короче, заметил такую фигню, то, что два танка просто таунтили одну звезду. А, даже не переоделся, нет? Ну, ничего страшного. Переодевайся, посмотрим. Подождем. Ну ничего, еще 38 минут, ничего страшного. Слышишь, Дай? Типа, два танка таунтили одну звезду. Туда-сюда, обратно, типа. Танки, вы чё, хуйней позанимались, решили? Может, танку ассиста дать, чтобы он метку кидал? У одного есть ассист. Вот, ребят, вот
У вас есть цель цели, так сказать? Нажимаешь на игрока, смотришь, кого он бьет. Или то же самое, нажимаешь на сферу, смотришь, кого она бьет. На ком она. Ну что, две одинаковых тринки стакаются? Так, так, так. Погоди, Зморя, ты здесь? Понял. Кто у нас сейчас-то дохнет опять? И по ДПС. Ты видишь, мотивации нет у людей, блядь. Они не стараются, нихуя. Ну, они стараются, они свое время теряют. Что тут поделать? Меньше времени останется на другие, ну, у них данжи. Значит, не пойдем сегодня, пока не убьем этого, да? Ну, у вас 37 минут, тут что-то мозги-то ебеть. Быстрее бы убили, быстрее прошли, быстрее бы спать пошли. Не хотите, как хотите, как говорится. Молодой цирковой лев бил звезду, блядь. А кому этот босс нужен вообще, не понимаю. Всем нужен. Тебе нужен на проходку. Да ебать, у меня она есть, сука. Принимается только новое. Подожди, я помню вчерашний разговор Вовы, что он говорил, я вообще не помню, чтоб я убивала Алголона. Да-да, пиздит, запиздился, блядь. Ну, я не был на нем ни разу, вот только сегодня, да. Ну, значит, проходки у тебя нет. Да, блядь, конечно. Что вы, наебать решили, Вова? Есть у тебя, Вова, все, конечно. Они тебя просто наебывают, типа, блядь. Не весели программу, ебать. Приедем в город, покажи проходку. Мне этот босс выдрачивает, честно скажу. Во-первых, не впустую. Во-первых, не впустую, а освоение. За освоение начислим там. На втором статику начислим. Просто бы там прочитали. Какое, блядь, освоение? Мы уже его, блядь, выебали и высушили 10 раз. Ну это ты, а здесь люди, которые первый раз... Ну не надо, Дэн. Ну, чудак стоит тупо возле, блядь, взрыва, на похуй, он даже не отходит, он даже не хочет этого понять, блядь. Я кто? Первый раз на нем ебал. Да вообще, я тебе говорю, люди, блядь. Ты в следующий раз называй ники просто и все. Будем ГП раскидывать за такой хуйню. Делов-то. Мы хотим зергнуть, но мы его не зергнем вообще, блядь. Ну. Так мы не зергаем, мы просто пока люди живые, даем ДПС. Пока живые, вот именно тут. Как челик говорил, все по механике делать надо, блядь. И мы, блядь, тупую просто давим, блядь. Пытаемся выжить, блядь. Так вот тебе механика, я не знаю, пока люди не разбежались, Кара. Кирогас, вот видишь тоже механику. Вроде убивал, а вроде нихуя. Я имею в виду сейчас. Кара. Кара. Рэма, поднимитесь. Джаз, забирай. Блять, вот я не знаю, где Мелинда бегает, где чего нахуй. Я тебя хилить не мог, в смысле где? Прохиливаемся. Побежите в квадрат забежали. Кара. Череп нашли, отошли от него. Танки, работайте. Прохил рейд. Кара.
Ахиллион рейд поднимаем. Четыре джака, Джаст говорит, 400 отдал. Танк забери. Вроче на хп сдай. Великий кара. Пять луж нету, да, блядь? Не, это не серьезно, какая-то хуйня, охуеть, блядь. Вообще люди не дупляют их, я. Угу. На каре, нахуй, минус 5, блядь. Ну как так? О, КП можешь начать раздавать. Это вот смерть линкуем, кто-то на каре минус 50, кто ночь там, ну, что-то еще, минус 500. Да, ну вот он сейчас следующего трая начинаем. Вроде не сложно, если вы лагаете, вы скажите, блядь, что вы лагаете, может что-то заменить. Линкуйте просто информацию о смерти сразу же. Если там что-то, ну, пограничное, то можно. Если вообще не линкуете, ну это сразу минус 50. Есть стрим, кто-то там, если кто может, смотрите стрим, блядь. Есть, а нету ни у кого масс-реса, чтобы ним не бежать. Побегу лучше. А знаешь, как под тобой Мелинда лужа кинулась? Вот череп рядом был, череп рядом залился, а ты от этого черепа не отбежал. И появилась лужа, и ты такой, нихуя себе, а как ты подо мной лужа оказалась? Включите... Не смотрел. Кто эту лужу сделал? Кто вкрипнул? Индикаторы противников включите, если вы не видите, блядь, звезды, они маленькие, точечки, их сложно увидеть, блядь, включите так индикатор. Так череп на них кидается, кидается на них метка череп. Магия вне Хогвартса. Угу. Все для вас делают, даже череп ставят. Представьте, вообще бы не ставили этот череп, вы бы вообще охуели тогда, вы, как лужу под вами оказывается. Попробуйте, не, меньше ДПС, там, не знаю, вообще не нажимайте ничего, разберитесь, что происходит в бою, блядь. Потом уже, когда вы поймете, куда бежать, где красные метки на полу, что от них отбежать, блядь, тогда начинайте ДПС. Не, ну тут когда народу много умерло перед порталом, просто было две кары рядом, два портала, и надо было выбирать. В какую кару забежать, да? Я сначала один ломанулся, а потом уже суровый это пошел. Умираете от кары, полтенечек. Не успели забежать на лужу, полтенечек. Вообще бой как бы достаточно сложный, если полностью все тут исполнять как надо, нужно просто, блядь, тактику всем понимать, ее нужно всем прочитать. А если челик ее никогда не читал, нахуй, тут будут такие проблемы ПКД. Да я, когда первый раз пришел, мне объяснили разочек все тут. Самый банальный механик. Да, за сколько траев уже можно было понять, что делать? Вы сидите нон-стопом уже, грубо говоря, 100 минут. И вы не поняли, что такое красный войд зона, как... Искры, блядь, что такое искры, забежать в лужу. Все, три фазы у вас. Красный выбежали, черный по таймингу забежали, когда вам проанонсили, от сфер отбежали. Все. Ебать, вся механика. Три скилла жмет. Элемы, энхи, сами себя подхиливайте. ШПшники, скидывайте молитву на себя. Кто готов дистанцию возьмите. Друиды, сова, прижимайте дубовой кожу, кидайте на себя лепесток, ничего страшного. Сейвите себя сами, если видите, что вы дохнете. Три скилла босс прижимает, все ебать. Три скилла вы не можете просто понять. Все готовы. Конечно. Пульте. Следите за икрой, что вокруг творится. Тут с ДПСом 5к этот босс убивается. Звезды вышли. Череп нашли, а череп отбежали. Кара.
Хорошо, сейчас будет взрыв. Прохилили сразу, ребят, подняли. Череп нашли, а череп отошли. Прохилили. Сейчас будет кара, не убивайте сферу. Бить-бить, кара, дистанция. Все, можете играть по сфере. Четыре стака, Джаз. Подняли, подняли. Сферы не бьем пока что. Сейчас будет кара. Аккуратненько подклеивали ее. Кара. Кара, дистанция, дистанцию взяли. Череп нашли, какой убили. Какой забегать? Звездочка, странная звездочка. Прохили рейд. Страны звездочки забежали. Там, где квадратик, видите? Гимн на ХП велит сдай. Хорошо, прохиливаем. Мелинда, Эразия, Мелинду подними. Стоп, череп не заливайте. Прохилит, ребят, сейчас. Убивайте. Кара, дистанция, дистанция, прохил, подняли рейд. Хорошо, все, стоп, череп не заливайте. Подняли рейд. Все, убивайте череп. Хорошо, все, череп не бьем, прохиливаемся, поднимаем, сейчас будет кара. Аккуратненько череп подкливайте, но не заливайте. Кара, кара, дистанцию взяли. Череп можно залить. Куда забегать? В луну побежим. Нет, луну закрыли, луну закрыли. Печенька? Перед боссом прям печенька. Не закрывайте только ее, пожалуйста. Кара небесная, аккуратненько. Еще одну лужу разлейте. Хорошо, забежали, забежали. Забежали. А, любой приз сейчас гин кастуй. Угу, аккуратненько, хилимся, поднимаем. Череп. Череп не заливайте, не заливайте. Сейчас будет кара. Ладно, залили, прохилили, ребят. Гимн сдал. Кара, дистанция. Хорошо, аккуратненько, череп. Можно залить. 1%. Хорошо, не заливайте череп. Все, стоп, урон по сферам, играем в босса. В босса играем. Все, в босса играйте. Прохиливаем, держимся, ребят, держимся. На ману дайте. Пресли, дайте гимн на ману. Можете все разом сдать. Кара, дистанцию взяли. Хорошо. Минера просите у друидов. Холи палы минера. Обоим. Тут уже не хохилить. Сука, пахнет проходкой, блядь. Сука, Вова, блядь. Слышишь, это... Я тебя говорю, это магия. Это как ДП, слышишь? Вот, блять, молодцы, ебать. Вот, блять. Сразу базарить просто. Никто не сдох почти, нахуй. Это все магия для этого. Как его? Осколок, нахуй. А ну, где ачивочку примерить, ну, можно. Все, летите на груля. На груля летите. Звездный страх. Хер поймешь, поиск. Ребят, мы ролим ЕПГП. Надеюсь, у вас все включен. Да. Нахуй это все. Куда летим, блядь? Я ебал этого уголовного. Портал давайте в Даларан. Чё там упало? Это говно вообще. С него лут говно вообще. За КВС шмот дает с кольца, по-моему. Там кольца. Привет.